Игорь Дадон, политик, родное село Садово. Женат, отец троих сыновей. Родился и вырос в трудолюбивой сельской семье. Мать – преподаватель, отец – земледелец. Еще с детства им были проявлены такие качества, как трудолюбие, ответственность, забота о людях. С отличием окончил общеобразовательную школу, а впоследствии – университет по специальности экономика. К 23 годам Игорь Дадон успел получить 3 высших образования. Всего в 27 лет Игорь Дадон защитил диссертацию и получил ученую степень доктора экономики. В течение 8 лет был преподавателем в целом ряде высших учебных заведений страны. В 30 лет Игорь Дадон стал министром экономики в кабинете министров Зинаиды Гречанной, самом успешном правительстве за всю историю страны. Он доказал, что способен управлять экономикой даже в кризисных ситуациях. Игорь Дадон на посту министра экономики – это рекордно высокий уровень иностранных инвестиций в размере 708 миллионов долларов в год. Это самые высокие темпы роста ВВП на 7,8% ежегодно, выше, чем все показатели за последние 25 лет. Это самая высокая индексация пенсий и зарплат в размере от 18 до 20% в год. Встав у руля партии социалистов, Игорь Дадон превратил ее в сильнейшую оппозиционную партию в стране. В 2014 году под его руководством социалисты добились небывалого прежде успеха на парламентских выборах и смогли создать крупнейшую фракцию в парламенте страны в составе 24 депутатов. Это крупнейшая фракция в Кишиневском муниципальном совете. Это свыше 2000 представителей в местных органах власти всех уровней. По инициативе Дадона создана Ассоциация ветеранов Икитати, насчитывающая более 8 тысяч активистов, и молодежная организация «Молодая гвардия», в которой принимает участие более 2 тысяч активных молодых людей. Партия социалистов под руководством Игоря Дадона – это партия борьбы. Социалисты первыми способствовали разоблачению кражи миллиардов. Они провели сотни протестных акций. От точечных пикетов до массовых митингов и маршей против коррумпированного режима. А также в поддержку демократии и свободы слова в Молдове. 27 августа 2015 года партия социалистов стала инициатором бессрочной акции протеста против олигархического режима в Молдове. Своими акциями социалисты добились отставки 3 правительств, а также генерального прокурора. Сегодня у Игоря Дадона самый высокий рейтинг среди всех молдавских политиков. Игорь Дадон – это политик, четко придерживающийся своих принципов и ценностей, которые разделяют большинство граждан Молдовы. Это государственность и нейтралитет Республики Молдова. Игорь Дадон считает недопустимым вступление Молдовы в НАТО и ее объединение с Румынией. Унионистские партии в Молдове должны быть запрещены. Это молдавская самобытность. Игорь Дадон убежден, что государственный язык должен называться молдавским, как его называли наши деды и прадеды, и как это записано в Конституции страны. Дети в школах должны изучать нашу историю, историю нашей Родины, историю Молдовы. Игорь Дадон – патриот, руководствующийся национальными интересами Молдовы. Именно поэтому он выступает за усиление стратегического партнерства с Российской Федерацией и сохранение дружеских отношений со странами Евросоюза. Игорь Дадон убежден, что социальная справедливость и православная вера смогут объединить страну и народ. Победа будет за нами. У Молдовы есть будущее.